Михаил, что случилось в четвертой четверти? Почему такая провальная игра? Ну, пошли броски у многих игроков. Ну, у меня не залетали трехи. Как бы не получилось перехватывать. И как вы можете оценить команду соперника сегодня? Ну, сегодня они играли хорошо. У них залетали мячи. Ну, в следующий раз, я думаю, что мы поборемся получше. Над каким моментом нужно поработать, чтобы обыграть команду в третьем матче? Ну, в нашем случае, я думаю, надо больше перехватывать и больше подбирать мячи, бороться за мяч под кольцо. Кого бы из игроков соперника вы сегодня выделили? 12 номера. Мирошниченко его фамилия. Да, хорошо играл. 33 номер. Толкался под кольцом. Никита Садчиков. А в вашей команде кто сегодня на уровне сыграл, если можно так говорить? В нашей команде Вова Бражников, 4 номер. Кирилл Капранов, 32. Ну, а так все старались. Как вы думаете, по результатам первых двух игр, сможете ли вы победить в третьей? Думаю, да. У нас есть шанс. Обещаете? Обещаю. Хорошо, спасибо.